Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Библия, книга притч, 3 глава, 20 стих. Для нашего здоровья важна вода. Человеческое тело на 70% состоит из воды. Вода служит транспортным средством в организме и нужна клеткам при химических реакциях. С потом из организма выделяются шлаки и регулируется температура тела. В идеале необходимо выпивать 1,5-2 литра чистой воды в день. Во время еды и еще 2 часа после еды желательно ничего не пить, так как вода разбавляет желудочный сок и замедляет пищеварение. Исследование показывает важность питья воды в достаточном количестве. Множество людей неосознанно страдают от хронического недостатка воды. Причина состоит в том, что многие разучились понимать сигналы своего тела и принимают жажду за чувство голода и вместо стакана воды съедают бутерброд. При наружном применении вода также является большим благословением для человека. Не зря после душа мы говорим: «Я чувствую себя как заново рожденный». Так как с потом выделяется большое количество шлаков, очень важно ежедневное купание и душ. Особенно хорошо стимулирует кровообращение и укрепляет иммунную систему контрастный душ. При этом нужно стоять под горячим душем до тех пор, пока не наступит чувство внутреннего согрева. Затем надо ненадолго применить душ на холодный. Вы убедитесь сами, это очень приятно освежает. Если у вас есть нарушение сна, возможно, вам поможет теплая ванна перед сном. 30 минут горячей ванны для ног поможет принести облегчение при головной боли. Горячая ванна поможет также предотвратить развитие простуды, если она будет принята при первых признаках болезни, озноб, першение в горле. Испытайте благотворное влияние воды на ваше тело. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Библия, книга притчи, 3 глава, 20 текст.